Друзья, всем привет! С вами рыбацкая хата. Сегодня с другом выехали на Платник. Это карповый водоем. Сезон карповой ловли закончился. И сюда запускаю спиннингистов уменьшить поголовье хищника. Окунь, щука, как говорят. Один раз мы заезжали, друг уже несколько раз был. И в принципе неплохо. Окунь от 300 грамм, щучка от килограмма. Мы немножко тогда не поняли водоем. Глубины здесь до 2 метров. Половина, скажем так, разделим водоем пополам. От 2 метров одна половина, а вторая метр. Может меньше, не знаю. Водоем вытянутый, прямоугольные формы. Я отъехал уже по ветру. Вот рядом за мной деревня. Здесь дамба, где воду спускают немножко. Поддерживают уровень. И я буду по ветру от берега к берегу и продвигаться справа налево, скажем так, по длине этого прямоугольного водоема. Ловить буду на Nibble до 6 грамм от компании Nordstream. Хотел взять еще Adept до 12 грамм той же компании, но немножко поиграл приманками дома и все-таки остановился на Magercraft Dodger. До 18 грамм. Там немножко тяжелые колебалочки пошли, 12-14 грамм. Резину взял, потому что посмотрел, у меня в роликах как-то нету, нигде я не джигитую. Ну и решил разнообразить. На что будет клевать, без понятия, без понятия. Вертушки, колебалки, резина и небольшие воблеры. Риджик, хамсин. Посмотрим. Вперед! Собираю снасти и погнали. Сегодня, кстати, я в новых перчаточках из F-магазина. Буду тестировать, убивать их. И, возможно, потом расскажу, как это и что это. Ну, бюджетный вариант. Надеюсь, продержатся. Признаков жизни пока нет. О, друзья, к тебе прилетели. Доставай буханку из рюкзака. Корми друзей. Проплавали с другом уже, наверное, час. Ни одной поклевки. Ну, скорее всего, рано просто было. Продолжаю репортаж из тихого омута. Непонятно только, где эти черти. Хищники водятся. Не выдержал я. Нет у меня такой усидчивости. Друг остался. Он более такой дисциплинированный. И пытается там поймать ближе к дамбе. А я заплыл в этот конец озера. Здесь камыш. И действительно глубина где-то до метра. Получается половина 2 метра, половина метр. Ну, похоже... Да, похоже на поклевочку окушка. Где он там? Аж под лодкой где-то. О, хороший. На колебалочку. Да. О, какой первый. Светленький. Колебалочка ручной работы от Максима Копцева. Ну такой, да, грамм, наверное, за 300. Ну-ка, открой ротик. Распушись, покажись людям, первенец. Вадим, это ты привез удачу. Я ж сколько здесь стоял. А ты на что поймал? А, на хамсин в этом, в кислоте, да? Матаги. А у меня тоже есть, только в натуралке, надо попробовать. Да, да, я видел, ты под лодкой самой поймал уже. Вот сейчас на хамсинчика. Но, я скажу так, не очень он бычится. Ha ha ha.
Я в самый туда камышек закинул. Вот. И он за самый один крючочек тяпнул и ждал. Он уже на выходе из сета, да? Метра полтора я отвел оттуда, да. И на паузе шалехнул. Чайку попили, можно и заброс сделать. Ой, не туда. Мандулу попробовал. Ну, кушок забагрился. За жабру. Посреди озера. Ёкарный бабай. Тучи какие-то нездоровые пошли. Ветер меняется. Жуть. Друзья, промежуточные итоги. Если ветер даст сказать. Вадим приплыл ко мне. Там видели. Я на хамсина в натуралке поймал одного окуня. Он на хамсина в матайгере одного окуня. Потом он щучку взял на того же хамсина. А я перед этим на колебалочку ручной работы от Максима Копцева. Единственное, там поставил тройничок с мушкой, а стоял одинарник. Вот, два окуня. И опять все-таки решил выплыть на глубину, посмотреть, поискать все-таки щуку, должна она быть. Но вот стал пока на середине, отдыхаю, и окушок взял на мандулу. И несет меня ветром, на якоре стою, или глубина такая. Ладно, продолжаем. На рака что-то взяла. Не могу даже понять. О, карась, ёшкин кот. Карась. Вот такая, друзья, история. Приехали на хищника, а клюет карась. Ну, красиво, конечно. Отводной поводок, нибл до 6 грамм, норстримовский. Приятно его потаскать. Такой где-то под килошку. Ну, хоть какое-то развлечение. У меня, правда, нету этих таких всяких кракозябр маленьких, 2-3 штучки. Ну, сейчас буду пробовать менять. Понятно, что я настраивался на окуня. До этого был сход. Ну, там вообще маленький крючочек. Пока я камеру включал. Пока подсак доставал. Он и сошел. А второй это совсем другой. И в другом месте. Вот так вот хищника мы тут ловим. Нибл до 6 грамм. А грузик стоит 10 грамм. И я свободно вот на отводной ловлю. Никаких вопросов нету. И закидывается далеко, и протаскивается хорошо. Понятно, спиннинг не предназначен для этого. Но, пожалуйста, это же не значит, что нельзя. Все, друзья, на этом будем заканчивать. Такая получилась скомканная рыбалка. Вместо щуки карась. Ну и так бывает, ничего страшного. И это
радует тоже. Все, ни хвоста, ни чешуи, всем пока. С вами Рыбацкая хата.